Здравствуйте! Давайте попробуем найти матрицу, обратную матрице А, размером 2 на 2. Вы увидите, что матрицу, обратную для матриц такого размера, вычислить намного проще, чем для матриц размером побольше. Итак, матрица, обратная матрице размером 2 на 2, равна единице, деленной на определитель, или его еще называют детерминант. В данном случае матрицы А умножить на матрицу, союзную к А. И сначала давайте найдем детерминант матрицы А. Мы это делаем уже не первый раз. Он равен произведению элементов по этой диагонали, то есть 3 умножить на 2, минус произведение элементов по этой диагонали, то есть минус 7 умножить на 5. Значит, это равно единице, деленное на 3 умножить на 2, 3 умножить на 2, минус, минус 7 умножить на 5, минус 7 умножить на 5. Еще нам нужно умножить все это на матрицу, союзную К. Это мы тоже уже делали. Я показывала алгоритм. Для этого нам нужно поменять местами два элемента по этой диагонали. 3 и 2. Тогда вот эта тройка будет уже здесь, а эта двойка, соответственно, здесь. А вот что касается этих двух элементов, то перед ними мы всего лишь ставим знак минус. Отрицательная версия числа 5 – это минус 5. А отрицательная версия минус 7 – это 7. Что в итоге получается? Это будет единица, деленная, 3 умножить на 2 – это 6, минус 7 умножить на 5 – это минус 35. Минус на минус дает плюс, значит, вместо всего этого мы можем просто записать плюс 35. А 6 плюс 35 – это 41. Таким образом, детерминант матрицы А равен 41. А 1,41 мы умножаем на матрицу 2, минус 5, 7 и 3. И все это равно матрице, получится дроби 2,41, минус 5,41. Я всего лишь умножаю каждый элемент этой матрицы на 1,41. 7,41 и 3,41. Вот мы и справились с заданием. До скорых встреч!